идем сюда. Идем сюда, вон мусорка, вон. Вон, идем туда выбросим. Стоп. Давай. Сюда, Ясень. Молодец. Да. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Хорошо. Хорошо? Да. Мы идем куда? Дайди. Пусика. На. Когда-нибудь писаться меня? Не. Шалом, Аруся. Давай сегодня возьми меня, я возьму там суши, шмуши. Тогда вечером возьми меня. Давай. 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 Идем, пупс. Мы пошли без рюкзака. Я сейчас смотрю, что мы без рюкзака пришли. Пойдем. Идем за рюкзаком. Идем. Мы забыли рюкзаку. Это второй раз, что мы вышли в садик. Из-за того, что во всех руках был мусор, мы про рюкзак забыли. Что это такое? Что это? Я тебе дам ключи, а ты сама заберешь рюкзак, ладно? И закроешь квартиру, хорошо? Марс, идем. Все, все, остановись. На, ключи вот тут. Иди, беги за рюкзаком, хорошо? С камерой. Беги с камерой, давай. Я вам покажу, мы забыли. Ну, она спросила, что я забыла. Без рюкзака мы пошли. Без рюкзака. Мы вообще забыли. Я вообще все забываю. И пошли в садик. Мы идем в садик. Идем, перейдем дорогу здесь. Аккуратнее. Мам, идем. Иду, иду. Марс, иди сюда. Все, беги. Хорошо? Да. Все, пока ты. Пока. Бай-бай. Посмотрим, что Яську там забрали. Забрали. Идем, идем, Марс. Все. Такие интересные воспитатели. Вон, Яську она увидела, она меня спрашивает, говорит, Има знает, что ты... Има, мама знает, что ты сама пришла в садик? Типа, Яська говорит, да. Она, о, какая ты взрослая, сама в садик ходишь. Воспитатели хорошие у нас в садике. Вообще, я очень довольна. Я смотрю на этот вазон. Все время хочу подойти посмотреть, какие там цветочки. Что это за дерево такое? Вот это вот. Это вот эти вот кусты, которые беспорядочно растут везде. Но тут его вот так оформили, что оно прямо оно так красивенько, он тут стоит, цветочек, деревце такое. Класс. Вот так вот тут бабулечки сидят. Бабулечки, дедулечки на скамеечках на этих. Такой пекар красивый прямо, я его обожаю. Птички поют. Как-то прямо тихо так. Не считая шума машин. Так, ну что, я с кофеечком. Крышечки у них маленькие закончились. Иду аккуратно, чтобы сейчас не обляпаться этим кофе. Цветочки.
это вот эти беленькие, которые, помните, как-то где-то в каком-то влоге они были? Но там было такое дерево огромное, прям огромное дерево. Вот это вот кустик такой. А если его не стричь, не это вот, он пойдет прям в дерево огромное. Вот они же. Столько разновидностей всяких этих садовых растений. Это прям, ну, красота же. Ну. Я не здоровалась, да? Я могу, я знаю. Всем привет, ребята. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хороших позитивных эмоций, пупсики. Всем желаю только вот лучиков. Всяких положительных лучиков. Фияков всяких. Фияков в смысле от фея. То есть фея, которая хорошая фея, колдует, чтобы все было хорошо. Вот фияки, типа. Вот фияковым всем. Так. Что нам надо? Это у меня так вышло, что у меня вчера немножко было времени свободного. Буквально час-полтора. А сегодня у меня 2 часа свободного времени. Так, я сейчас выбежала по делам. Надо купить Яське одежды немножко летней. Потому что уже начинается жаридло. Вот, а у нее, ну, как бы шорты и платьишки такое. Все маленькое уже. Шорты я купила ей парочку. Но ей же надо каждый день в садик ходить. Поэтому нужно купить еще. Что-то еще мне надо было. Ну, короче, погнали. Скоро все зеленеет уже, все листики выгоняются новые. В Израиле много. Это типа ивритско-русский суржик. Неконтролируемо просто вот произношение в перемешку русских и еврейских слов. Это часто у меня случается, и, блин, вообще ржу с этого реально. Короче, в Израиле нет много видов деревьев, которые сбрасывают листву на зиму. Ну, тут как бы зимы таковой, как, ну, нету, да, как осень в России, в Украине. Но вот есть совсем немного видов растений, деревьев, которые сбрасывают листву. Но на самом деле это так как-то быстро все происходит, что даже не замечаешь, что вот год прошел и не заметил дерево без листвы. Как-то вот, ну, хыч-хыч, и уже листики новые появились, и все как бы, и все. Опять машинка за Сирушка. Что-то вообще никто ее, видно, даже вообще не двигает отсюда. Совсем. Никому она не нужна. Это эти птички маленькие, такие коричнево-серенькие, такие с черненькими, такими, короче, серо-буро-малиновые, да? Вот, так вот они так красиво поют. Вот сейчас замолчала. Там сидят. Ну такие они прямо, ну так они прямо распеваются. Ну красиво очень. Кафешка называется «Мандарин». Говорят, что неплохо там, но я там не была. Магазин Киви. Вот тут покупаю одежду Яски. Ну, 80% отсюда. Из Киви. Тут я люблю. Ой, хорошенькие. Платьишки. 10. Напряженка, видно, с размерами тут у девочек. 4. 6. Это 6. Это 6. Может быть, вот такое лучше. Да, шестерочка. Вот это прямо мне понравилось очень. И шортики. Класс. Вот такие есть. И такое тоже я возьму. И такое. Шортики на каждый день можно взять такие.
столько красивых вещей. Так, ребята, я с вами прощаюсь, зато у меня не хватает рук. Сейчас я уже потом выберу, потом покажу. Все, бай-бай. Ну все, я такие вещи купила. Вон они. Такие красивые. Боже мой, умереть не встать просто. Голова у меня раскалывается на две части просто. Забегалась. Сейчас я запрошу вещи. А, возьмем Марсика и пойдем за Яськой в 2 часа. Пойдем, давай покажем вещи. Сейчас погуляю сначала с Марсиком, тут быстренько сделаю, пройдусь чуть-чуть. А потом пойдем быстренько за Яськой, потому что жарко на самом деле, я не хочу, ну, Яську таскать по жаре тут. Так что сначала с ним, потом за Яськой. Да, тут еще один садик. У нас тут вокруг дома столько садиков, что неважно, какой бы нас записали, это было бы минута от дома. Вообще красота. Конечно, расположение дома, где мы живем сейчас, ну, прям идеально вообще, просто. Все рядом, все. Ждем Яську. Голова болит, не могу прямо. Ой. Ну, где там моя куколка? Привет! Бутылку забрала, кофточку свою забрала, я забери, которая с блесочками, то, что забыла здесь. Она же была вот там на вешалке, но ее-то нету. Ну, Буся, где она? Не знаю. Ты что, ее потеряла? Нет, она была вот там. Ну, иди проверь еще раз, иди проверь. Игрушечка у нас. Нету. Ладно, идем. Ну, как дела? Хорошо. Как было в садике? Хорошо. Кушали. А мне картошка, они были вкусные. Да? Да. Что было вкусно? Это у нас праздник сейчас Лагбаумер. Вот, и вот у них был тематический сегодня такой, ну, день, как праздник, типа, они делали. И воспитатели сделали им такой, типа, ну, искусственный костер, да, естественно, никто настоящий не делал в садике. Попросили принести картошку обычную, ну, сваренную в мундире, только почищенную, завернутую в фольгу, чтобы они типа ее сварили, приготовили типа в костре. Говорит, а мне картошка была невкусна. Я только пюрешку люблю из картошки. Ой. Давай, топай. Мама, кроссовки, а вытирай. Хорошо. Тут. Хорошо. Достали, да? Да, ключик на ключике. Давай. Кто мамин чемпион? Олечка, все тут сразу. Счастье. Мальчик. Мочка. Все, дома.